Инна Марчук. Да. Почему ты не рисуешь? Я уже нарисовала. А что это? Это цветы. Ведь нужно было нарисовать вазу. Вазы без цветов неинтересно. Цветы можно маме подарить. Она вазу их поставит. Инка дура. От нее воняет. Она глупая. Грязнуля. С ней никто не хочет сидеть. Тихо. Как вам не стыдно? Инна ваша одноклассница. Если вы унижаете ее, вы унижаете себя. Так же весь класс. Смотрите, какие красивые цветы она нарисовала. Справилась раньше других. Берите с нее пример. Продолжайте. Урок не окончен.